Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами рецептом из детства – шоколадная колбаска к чаю. Что мне для этого понадобится? Обычное печенье, любые орехи, молоко, какао, экстракт ванили и сгущенное молоко. Первым делом нужно измельчить печенье. Сначала руками, а потом колкушкой. Печенье измельчаем не очень мелко, чтобы остались крупные кусочки. Вот такая масса у вас должна получиться. Теперь замешиваем тесто. В печенье добавляем сначала какао. И тщательно перемешиваем. Добавляем ванильный экстракт. Молоко добавляем понемногу. Теперь добавляем сгущенное молоко. Массу тщательно размешиваем. Один из главных ингредиентов шоколадной колбаски является сливочное масло. Оно должно быть мягким. И в последнюю очередь добавляют орехи. И сейчас нужно все тщательно вымешать. Хорошо вымешанную массу делим на две части и выкладываем на пищевую пленку, делая колбаски. Формируем аккуратную колбаску и заворачиваем ее в пленку. Подготовленные колбаски убираем в холодильник на несколько часов, чтобы они застыли. Шоколадная колбаска затвердела. Нарезаем на кусочки и подаем к чаю. Вот такая шоколадная колбаска к чаю у нас получилась. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! До новых встреч!